Рабочие специальности сейчас очень востребованы на рынке труда, поэтому выпускники, которые идут учиться в среднеспециальные учебные заведения, знают, что без работы не останутся. И самые лучшие студенты ежегодно демонстрируют свое мастерство в конкурсе World Skills, областной этап которого состоялся в Балакове, в Поволжском колледже технологии и менеджмента. Саратовская область принимает участие третий раз в этом чемпионате. Основной целью чемпионата является популяризация рабочих профессий среди молодежи. Они и называются чемпионат «Молодые профессионалы». Для того, чтобы развивать такие отрасли, как машиностроение, в первую очередь, электроэнергетика, нужны молодые кадры. Чемпионат проводится преимущественно среди СУЗов, хотя право на участие обладают все желающие, достигшие возраста 16 лет, вплоть до 22 лет. Здесь на площадках представлены у нас 7 СУЗов Саратовской области, плюс на площадке «Электромонтаж» представлены еще 9. Охват достаточно большой, практически вся география Саратовской области задействована. Порядок отбора, да, это по одному представителю для каждой компетенции от каждого образовательного учреждения. Участвуют студенты лучшие на сегодняшний день, кто не участвовал в прошлые годы, поскольку дважды участвовать в одном мероприятии, став победителем один раз, невозможно. Есть интернет-мониторинг CIS, куда вносятся результаты. К этому мониторингу привязаны госкорпорации, которые также могут отслеживать ход чемпионата, да, смотреть, на каком уровне участники находятся. Вот. Ну и результат, попадая в CIS, становится независимым. То есть на него уже повлиять никто не может, изменить, исказить его никто не может, в том числе и организаторы. Задания, которые получают участники чемпионата, позволяют им показать свое мастерство. На выполнение заданий уходит по несколько часов. Принцип WorldSkills – это выполнение работы здесь и сейчас. Конкурсное задание участникам и представителям участника неизвестно до самого конкурса. Участник приходит, получает конкурсное задание, знакомится с ним и старается выполнить. Сложность, прямо скажу, очень высокая. Крайне высокая для меня, как для человека, имеющего профессию токаря 5-го разряда, я могу это оценить компетентно. Это реально очень сложно. В прошлом году студент Поволжского колледжа технологии и менеджмента стал лучшим на областном этапе конкурса, и теперь он помогает другим участникам подготовиться к выполнению заданий. Подсказываю, как сделать деталь, на какие элементы обратить внимание, там, если это токарная оборотка, то там выбираем сторону, с которой можно зацепиться, будет лучше, и подгоняемся ко времени, чтобы если студент хорошо, например, делает элемент, плохо попадает в точность, чтобы он сделал как можно больше элементов. Сами участники признаются, задания довольно сложные, и не все с ними могут справиться. Но на то он и чемпионат среди лучших молодых специалистов, чтобы выявить, кто, так сказать, в экстремальных условиях сможет справиться с волнением, собрать мысли в кучу и выполнить поставленную задачу. Устанавливаем в щитах счетчики, автоматы, переходные выключатели. Делали систему откачки с щитом. Освещение тоже были сложности. Надо было так запрограммировать, чтобы от одного выключателя включались несколько ламп, или же наоборот, то есть при включении выключателя какая-то одна из ламп не работала. В первом этапе, когда мы выявляли ошибки, давалось 10 минут на подготовление, то есть со своим преподавателем, или который тебе представляет лицо, и час на выполнение, выявление ошибок. Ошибок всего 10. Насчет второго задания нам дается 6 часов, плюс еще один час на программирование реле. За работой конкурсантов наблюдают эксперты, опытные мастера, которые могут оценить правильность выполнения задания. Я слежу, чтобы все проводилось по правилам, потому что основные два аспекта WorldSkill – это актуальность и справедливость. Вы знаете, задание настолько сложное, для выполнения сложно даже специалисту, поэтому полностью справиться очень тяжело. Но показывают довольно высокий уровень. На площадке они показывают те знания, которые были получены заранее. Здесь они просто демонстрируют, что они могут. Какие-то ошибки все равно мы подсказываем, как можно было. Какие-то стратегии какие-то показать другие. На что надо было сделать упор, где можно было чуть-чуть выиграть больше баллов, где иметь. Позже, да, все это, конечно, по-моему, подсказываю. По итогам чемпионата студенты Поволжского колледжа стали лучшими в своих компетенциях. Так Кирилл Мелконян отличился в компетенции токарной работы на станках с ЧПУ. В компетенции фрезерной работы на станках с ЧПУ первое место занял Александр Кузнецов. Всем победителям вручили медали, дипломы и памятные подарки.
Эти ребята теперь примут участие в отборочном этапе на федеральном уровне. В случае победы они представят Саратовскую область на 6-м национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.